Торопов Александр Федорович родился в 1923 году в деревне Высокого Мышкинского района. Окончил 7 классов сельской школы, затем поступил учеником сверловщика на Рыбинский машиностроительный завод. В августе 41-го призван в Красную армию. Отважно сражался в битве под Москвой. Был ранен. После излечения в госпитале прибыл на Юго-Западный фронт. С августа 1942 года вновь участвовал в боях с фашистами. Отличился в боях за освобождение левобережной Украины. Участвовал в отражении атак танков, бронемашин и пехоты противника у железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка. В этом бою гвардейцы уничтожили 16 танков и свыше 100 гитлеровцев, но не допустили захвата переезда. Торопов единственный остался жив. С тяжелыми ранениями попал в госпиталь. За образцовое выполнение боевых заданий и проявление при этом мужества и героизма Торопов Александр Федорович был удостоен звания Героя Советского Союза. В селах Тарановка и Соколова установлены памятники. Обелиск герою установлен в родной деревне Высокого.